Мустафа Наем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук. Киевские журналисты приехали в Одессу. Сегодня они выступили с заявлением, в котором призывают штабы демократических партий объединиться против скандальных политиков и выдвигать единых кандидатов. Это то, что позволит нам всем выжить. Это то, что позволит нам всем доказать, что новые силы пошли туда не для того, чтобы раствориться, не для того, чтобы стать такими, как они, а для того, чтобы придумать новую историю в политической истории Украины. Журналисты хотят обновления власти и появления в следующем парламенте молодых политических сил. Также обещают продолжить медиареформу и сделать парламент максимально прозрачным.